Комсомольский массив расположен на левом берегу Киева и входит в состав Днепровского района. Это совсем небольшой жилой массив между Броварским проспектом, улицей Братиславской и парком Победа. Основная застройка осуществлялась в 1965-1975 годах панельными хрущевками, а также 9- и 16-этажными панельными домами. Есть несколько кирпичных домов и современных новостроек. Наиболее примечательная из них – жилой комплекс «Артемида» на пересечении Дарницкого бульвара и улицы Генерала Жмаченко. Дворы домов зеленые и тенистые, в некоторых даже растут сосны. Основные преимущества массива – близость двух станций метро «Дарница» и «Черниговская». Хорошо развиты социально-бытовая и торгово-развлекательная инфраструктура. Достаточно много детских садов, школ. Есть гимназия. На массиве расположен университет туризма. Есть супермаркеты разных сетей, торговый центр «Детский мир», магазины, аптеки, рынок. Транспорт помимо метро представлен маршрутными такси, автобусами, троллейбусами и трамваями. Развитая инфраструктура, хорошо налаженное транспортное сообщение, близость метро и парка делают Комсомольский массив одним из самых удобных и уютных на левом берегу.